Игрушечные свинки украшают улицы Гонконга, знаменуя наступление китайского Нового года. Но живые представители символа вызывают у местных жителей двоякую реакцию. На окраины города стали все чаще заглядывать оголодавшие кабаны. Они роются в мусоре и выпрашивают еду у людей. Я видел здесь несколько кабанов. Один был очень большой. Если он напал бы на кого-нибудь, это было бы опасно. Некоторые гонконгцы с удовольствием подкармливают кабанчиков. Кто-то фотографирует их или снимает на видео, потом выкладывает в социальные сети. Волонтеры проводят информационные кампании, чтобы объяснить людям, так делать нельзя. Мы видим вокруг много мусора, остатки пищи, которой люди кормят кабанов. Животные будут искать мусорные баки, поскольку они привыкли к тому, что их подкармливают. Есть и другая проблема. Кабаны не всегда ведут себя мирно. С каждым годом появляется все больше жалоб о нападении диких свиней. Эти животные разгуливают по дорогам и паркам, приходят к жилым домам и даже к торговым центрам. Большинство диких кабанов в Гонконге уже перестали бояться людей. Причина в том, что многие кормят их. Из-за этого животные утрачивают инстинкт добычи пищи и полагаются на людей. Местные власти хотят провести стерилизацию расплодившихся животных. Кроме того, планируется переселять кабанов в отдаленные леса.